Всем добрый день! Сегодня мы с внучкой решили сделать домашний шоколад. Растопили на водяной бане две плитки шоколада и заполнили силиконовую форму. Наполнитель сделали орехи и чернослив. И ставим это для застывания. Оставляем. Вот этот шоколад я залила вчера вечером. Он застыл, теперь мы с внучкой будем его декорировать. У нас есть посыпки различные и гелевые карандашики, пищевой гель. Вот сейчас будем наряжать. Начинаем декорировать. Давай посыпай посыпочкой. Побольше сыпь. Вот помощница у меня золотая. Давай теперь вот сюда на шапочку. На колпачок. Подожди, я досыплю. Ой, дамажу. Соня, подожди. Ой-ой. Баба. Нечаянно. Давай вот сюда, вот на колпачок. Все, сыпь. А в середочку шарик какой-нибудь. Какая красота получается. Так, бороду, наверное, гелем каким-нибудь, да? Или все-таки положим ему снежинок несколько штук, или звездочек? Одну снежинку, несколько нужно вот этих звездочек беленьких. Подожди, сейчас усы ему еще вот здесь. Подожди, подожди. Все, давай. Можно клубы? Давай на бантик сюда сыпь. Вот. А теперь можно елочку украсить. Звездочку красненькую сделаем, да? А можно я вот эту вот зелененьким? Вот так, наверное, треугольничками, Соня. Угу. Дальше на следующий ярус. Ну, вот елочка какая зелененькая у нас стала, да? Вот. Гелевые карандашики помогли нам украсить елку. А Деду Морозу мы сейчас сделаем золотой бубончик. А вот баба. Шапочку можно синеньким. Сделай синеньким. Сейчас давайте поверим. Бороду ему сделаем, наверное. Давай подбирай звездочки или чем будем делать.
красочкой. Сейчас, сейчас, подожди, намажу все. Будет мороз, какой у нас красный нос. Так, колокольчик сейчас обведем. Давай красно внутрь сделай. Ой. Пусть, пусть. Вот. Размажется. Какие колокольчики у нас красивые. Здесь вот так дырочку сделаем. Угу. И размажется там. Ням-няма. Поднимаете. Тарелочку подниму. Вот такие у нас красивые фигурки шоколадные получились Софии. Вот. С наступающим Новым годом всех. Всем здоровья и счастья. Пока. До встречи.